Каркасы теплиц мы поставили, закрепили к основанию с помощью анкеров. Сейчас идет установка отлива. И начнем готовить теплицы к покрытию стены стеклом. Стены покрыли стеклом, установили переливы. Подготовили крышу. Сейчас начнем крыть крышу. Что успеем сегодня, остальное завтра. Крышу теплицы мы покрыли, установили форточные блоки на одну теплицу. Два торца у нас зашито стеклом. Сейчас переходим на другие два торца, на другую сторону. И параллельно делается форточный блок. Вот второй установлен. Устанавливается. У нас монтаж, напоминаю, строили сегодня. Точнее, не сегодня, два дня строили теплицы легенды 3х4 под стеклом. Весь монтаж хранил интригу. Стекло у нас непростое, стекло у нас каленое. В принципе, внешних отличий нет, кроме надписи на стекле. Сейчас, наверное, уже не найти, но местами тут набито лазером темперед, ну то есть температурная. Сейчас, наверное, где-нибудь встретиться, сейчас покажу. Пойдем смотреть. По торцам алюминиевые двери, две правые, две левые. Каркас теплицы сделан из трубы 40x40, покраска полимерно-порошковым способом. Цвет шоколад. Стоит все на бетонном основании. Такое вот высокое, видимо, глубокие грядки тут будут. Как говорится, хозяин барин. Значит, имеется у нас форточный блок. В каждой теплице одна штука на термоприводах. Также диагональные усилители. Бетон закреплен с помощью анкеров. По низу пущен отлив. О, кстати, нашел надпись. Вот тут под резинкой спряталась. Вот она. Темперед. То есть это закаленное стекло. С другой стороны тоже у нас двери алюминиевые. Смотрится, конечно, круто. В дверях тоже вставлено закаленное стекло. То есть по месту мы тут ничего не резали, потому что стекло не режется. Все стекло было заказано в размер. Все подошло. Вот такие вот две отличные теплицы стеклянные у нас получились. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока. Сейчас. Все, обе вошли.